За травмы, полученные на батутах, осуждены две женщины. Обе были индивидуальными предпринимателями, которые и организовывали опасный бизнес. Речь о несчастных случаях, произошедших в Черногорске и Пригорске в 2018 и 2019 годах. Предприниматели установили батуты с нарушениями правил техники безопасности. В результате на аттракционах пострадали двое детей, 4 и 6 лет. Суд признал, что их здоровью нанесен тяжкий вред. Владелец батутов приговорили к условным срокам – 1 год и 1,5 года. Кроме того, подсудимый обязаны выплатить семьям потерпевших компенсации 200 тысяч рублей и 150.